В поселке Черский Нижнеколымского района откроют 3 новые котельные. Эти объекты ГУБ ЖКХ Республики построили на средства Европейского банка реконструкции и развития. В данное время котельные уже запущены, а торжественное открытие состоится завтра. Об этом сегодня руководство ведомства рассказало журналистам. ГУБ ЖКХ сотрудничает с Европейским банком с 2001 года. За это время построено 18 новых котельных, и в 15 объектах проведена реконструкция. Модернизация системы объектов теплоснабжения уже дали положительные результаты. Так, расходы предприятия в год снизились на 494 миллиона рублей. Помимо этого, если 5 лет назад ГУБ ЖКХ потребляла более 40 тысяч газоконденсатного топлива, то сейчас эти показатели снизились до 14 тысяч тонн. ГУБ ЖКХ наш первый и крупнейший клиент, и мы уже видим окончание именно инвестиционной стадии кредитования. Видим первые результаты, видим, что уже идет экономия средств на топливе, на меньшая аварийность стала, что тоже вызывает экономию. Видим, в принципе, положительные отзывы от населения.